Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Сегодня я провожу розыгрыш призов конкурса номер 5. Конкурс номер 5 был посвящен сразу трем знаменательным событиям. Это в первую очередь день рождения моего сайта «Заметки Электрика». День рождения у него 12 декабря 2015 года, ему исполнилось ровно 4 года. Второе знаменательное событие – это профессиональный праздник «День энергетика». И третье знаменательное событие – это преддверие нового 2016 года. И уже по традиции спонсором подобных конкурсов является компания Sunel. Вот ее официальный сайт – sunel.ru. Компания Sunel уже многие годы является производителем профессиональных измерительных решений для электротехнической отрасли. Обширный парк измерителей Sunel является надежным спутником электротехнического персонала в его повседневной деятельности. В качестве награды в конкурсе будут разыграны следующие электроизмерительные приборы. Это цифровой мультиметр SMM-10, это указатель напряжения R1 и электроизмерительные клещи SMR-200. Ну, их технические характеристики и внешний вид вы, наверное, уже с ними ознакомились. Так что перейдем непосредственно к конкурсу. Условия конкурса были очень простые. Необходимо было полностью решить кроссворд. Естественно, что кроссворд имел электротехническую направленность. Вопросы и ответы к кроссворду я составлял самостоятельно. Надеюсь, вам они понравились. То есть для начала необходимо было решить кроссворд, а затем составить ключевое слово. Буквы ключевого слова были расположены в указанных цветных клетках кроссворда. Зашифрованное ключевое слово состояло из 18 букв. Итак, список участников. Ну, как вы уже видели, список участников я разместил непосредственно в этой же статье. Вот он начинается от первого порядкового номера и идет. Общее количество участников составило аж 272 человека. Вот Сапронова Светлана прислала мне чуть за 10 минут до окончания конкурса правильный ответ. Ключевое слово я в видео озвучивать не буду. Вдруг кто-то решит уже вне конкурса или просто в свободное для себя время порешать кроссворд, отгадать слово. Так, перейдем к самому интересному. Это розыгрыш призов. Итак, сейчас 24 декабря 2015 года. Четверг. Время 17 часов 05 минут. Как раз конец рабочего дня. Так, открываю программу случайных чисел. Ну, это уже знакомый вам сайт runstaff.ru. Указываем диапазон от 1 до 272 участников. Итак, поехали. Начнем с третьего места, с третьего счастливчика. То есть мы разыгрываем электроизмерительные клещи SMR-200. Нажимаю. Так, число 154. Итак, обладателем электроизмерительных клещей SMR-200 стал участник под номером 154. Это Пономарчук Денис Викторович. Поздравляю вас. Следующий участник – это второй счастливчик, второй победитель. Разыгрываем указатель напряжения R1. Нажимаем. Поехали. Число 31. Число 31 стал обладателем. Так, Сутула или Сутула Анатолий Анатольевич стал обладателем указателя напряжения R1. Поздравляю, Анатолий. Итак, следующий победитель станет обладателем цифрового мультиметра SMM-10. Итак, поехали. Номер 131.
под номером 131. Это Андрей Сорокин. Поздравляю Андрея Сорокина. Он стал обладателем цифрового мультиметра SM10. Победителей прошу в срочном порядке связаться со мной по электронной почте для обсуждения условий доставки призов. Всем остальным участникам огромное спасибо за участие. Надеюсь, что вам понравился конкурс, понравились призы, ну и сама организация и идея данного конкурса. Ну все, с вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!